Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. И у нас ремонт норковой шубки, разрыв под воротничком. Так его особо почти не видно. Такой полушубочек у нас. Ну, норка в этом месте лезет достаточно сильно. Здесь уже это не собрать. Здесь клиентка сама пыталась зашивать вручную. Это все распалось. И из-за этого нам придется вставлять участок меха. Ну а дальше все уплотнить для того, чтобы это носилось и еще держалось. И вот готовый результат нашей работы. Вот наша спинка. Так вот она выглядит. И вот здесь мы меняли участок меха. Это наши рельефчики, плитачки. Мы там все проклеили, большой участок, так как норка уже достаточно в ветхом состоянии. Пришлось все проклеивать, аж до плечевого, чтобы еще девушке можно было поносить свою шубку. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!